Ну вот, вышел я. Везде следы русского мира. Это как? Никто не живет, но все засрано. Ну, через эти лужи, блин, не факт, что я бы проехал, наверное. Видите, везде засрано, везде помойка. Но тем не менее. Ой, я даже не знаю как. Ничего. Тут встречных, поперечных нет. Прокачусь чуть-чуть. Где-то должен быть... Так, ну это съезд к реке. Стоять. Но это не то, что я видеть хотел, а я хотел видеть висячий мост. Наверное, еще вбок. Еще, наверное, метров 100. Вот же, блин, опять по тропинке по какой-нибудь. Не факт, что она есть. Так, ну сейчас я погляжу, может, его снесли уже к херам. Хотя на карте он был, но карта может не отражать правдивости. Карта, как говорится, старая. Мало ли что. А, ну, ё-моё, как он далеко. Вон оно. Ни хрена до него еще колесить. Вон оно. Что-то я совсем как-то не в тему. Так, ну это я сейчас по лесу. Опять тут тропы нет. Что, мне возвращаться придется, наверное. Даже не скажу. Ну, может, там где-то сбоку отворот какой-нибудь. Пойду искать сейчас. Загляну на речку и пойду искать. Так, тут у меня уже, блядь, китайские эти самые. Нет слов, короче. Шнурки развязываются. Ничего, все, что сделано в Китае, то говно. Фу, ведуха у меня, конечно. Вот я оделся, тепло, а сейчас вспотел весь, пока прыгал с этим самым. Тут, конечно, рыбалки никакой сейчас нет, потому что место открытое. Мелочь как-то тут ловилась проходная. Ну, реально тут делать нехер, потому что тут малек только. Ну и что, я без сапог я не пройду, во-первых. Во-вторых, все перерыто, блин, протоки. Тут достаточно бурные перекаты и глубокие, между прочим. По колено минимум. Я вот хотел на ту сторону. И потом по той стороне. Видите, простая это. Ну, я бы уже до речки доехал. Сколько я тут кручусь. Вот тоже срач. Вроде простая задача, но в условиях российских дорог, блин, она трудновыполнима, короче. То есть качество сами видите. Там все залито, засрано. Стекла, блин. Поэтому. Вон там вот человек ходит, кстати. Рыбачит или балуется. Не знаю, вон. Пацанва бесится. Так, ну вот я проехал мимо бесноватых псов. Вон впереди машина, вон чешет. И вот сейчас я, как видите, на распутье. В какую сторону двигать? Ну, наверное, в сторону, где машина. Но не туда, все-таки, где она рассекает. А чуть-чуть, наверное, вот я поеду вот по этой дороге. Сейчас погляжу карту. Как бы... Люди тоже, видимо, решили попутешествовать. Огородов тут никаких не видно. Видите, сколько земли, она вот пропадает рядом с городом. Нахрен не нужно никому. Хотя можно было ее оккультурить. Ну, даже под частное строительство дать. Да, что-то осушить, сделать какие-то домики отдыха, парки. Все это нахрен. Вот лэп проходит. Нахрен никому не нужно. Это при том, что тут куча дач было. Ну, я вот к тем сопкам двигаюсь. Ну, я что-то смотрю, далековато. У меня запас, конечно, хода есть, но я, наверное, много сожгу все-таки на это. На пересеченке, на такой тяжелой. Страшные говны. Вот, вся нога заделана. Буквально неосторожно где-то крутанул. Но здесь вроде по суше. Ну, честно говоря, аккумулятор греется. Движок греется. Если бы не киломаттный движок, тут бы вообще хана. Ну и видите, вот бульдозерные следы. В общем... Пока еду по страшным говнам, блях. Да, хоть какой-нибудь дороги. Сейчас должен карьер показаться. Ну, не знаю, будут там собаки, нет. Может, это все заброшено, а может, нет. Хрен знает. Машина обратно поедет. Вроде как, я так понял, она повезла тетку туда. То ли на смену, то ли к детям туда. Не знаю, куда они там поехали. Может, просто повеселиться в кустах. Ну, короче, увидим. Блядь, опять русский мир, сука. И опять там говны. Короче, я тут ни в сапогах ни разу. Я, по-моему, и не пройду.